Да, вот павлина гуляет прямо по зоопарку. Так вот, дети за ними тут. Не подходи к нему близко. Он боится. Ну, ничего себе. У него голос громкий и против. Это павлин. Это павлин. Да. И причем... Это единственный, какой... Не бойся. Птичка большая. Она не видит ее. Тут медведи. Смотри, какая большая. Так, дети, дети. Меня прямо гладил. Ну, он очень громко орёт, поэтому держите его подальше вашего ребенка, а то он испугается. У тебя тоже надо подальше от него держать, он, видишь, ну? Ну, он меня вообще не трогает, он мне только хвостом. Ну, видишь, не бойся, не бойся. Но он не особенно боится, если не делать резких движений, за ним не гнаться. Видишь? Да не... Вот. Ух ты, такое сделали. Площадку такую. С обзором. Оборудовали территорию, тут раньше еще пустырь был просто, ничего не было, но зоопарк даже за мостик туда продолжит, наверное.